Всем привет, уважаемые друзья и подписчики. Это уже третья часть по игре зомби ферма. На сегодня. А завтра, наверное, будет тоже по три. Может быть и две выйдет. Не знаю. Посмотрим, как получится. Я все равно, конечно, могу использовать таким образом программу и записывать эту игру, даже если, например, интернет нету. Нет, реально. Просто через Wi-Fi просто подключаешься и все. У меня сейчас просто пропал сигнал по поводу скайпа. Если такое. Сейчас мы погрузимся и будем продолжать играть. Так, у меня нормальная запись идет. Так, извиняюсь, там будет видно рамочку, которую я сделал так, чтобы было слышно. Ну, не то чтобы слышно, а таким образом. Так, все. Мы уже в игре, хорошо. Задание выполнено. Осталась еще одна. Собрать урожай. А мы не можем, друг мой. У нас то места нет. Мы сейчас вот это сейчас будем собирать. Кукуруза. Камера сама поворачивает, за что-то нужно собрать. Так, потом вот этот все. Да, пока что я без друга, потому что со временем то и у нас пропадает сигнал, то непонятно. То я просто сейчас сидел, смотрел у друга через скайпа. Ну, демку он просто включал, я смотрел его игру. Плюс еще и как раз в предыдущей части и снимал свою. Да, так можно. Реально можно. Ведь только если захотите. Прикольная игрушка, правда? Нам там по заданию сейчас надо собрать. Ух ты, нам денежки. То есть у нас инструменты дали. Так, нам дают только вот эти все, то, что у нас сейчас есть. Угу. Так. Нет, ребята, по поводу прохождения, естественно, интересное. То у нас есть сигнал, то нету. Если вдруг не получится постримить одну хотя бы первую часть, следующую, которая запланирована у меня стрим, то я просто запишу обычные записью. Я имею в виду по этой планшете игр. И не стоит беспокоиться. Конечно, по живой записи интереснее, но не всегда получается поснимать. Правда? Вот это просили посадить по заданию. Так. Если там будет тихо слышно, то измените, мне по-другому никак. Главное, чтобы у меня голос не уменьшался. Если чуть-чуть там говоришь, ой, то есть если слышно будет тихо. Прикольная игрушка. Ну, конечно, все равно-то я долго играть не играю. Я делаю как типа прохождение, то и делаю обзорочки. То и другое, короче.
Прохождение это полное прохождение до конца, до финала. А обзор это тоже считается как прохождение, только там примерно от 2 до 6 штук видео. Одну игру. Ну, где-то так. Нет, я не обманываю, просто я поэтому рассказал по этому поводу. Не переживайте, мы все равно-то будем общаться со своим другом. Неважно, что он делает, он, например, играет в свою игру, а я снимаю прохождение. Все равно будет весело, чем в одиночку, сами понимаете. Так, все, посадили. Было написано собрать. А, да, а мы сейчас только посадили. Да. Я это помню. Так, это нужно 29. А, я забыл, что у меня колодец еще один есть. Ух ты! Замечательно. Одуванчик сейчас мы берем. Все убираем, то что нам не нужно. Спасибо. О, инструменты выдались. Не, ребят, если хотите такую игру, если вам нравится такой зомби-ферма, просто вот тогда будете заходить в макер, да? Просто нажмите кнопку ввести просто слово зомби-ферма. И все, и у вас как раз и будет так называться. И у вас на первой строке там сразу выдается. Так. Ух ты, сколько собрал. Ну что ж, уважаемые друзья, иногда игра бывает и короткие, бывает и длинные. В принципе, никакой разницы нет. Ну, если вам нравится, то просто под видео, пожалуйста, напишите. Продолжать вот эту игру побольше снимать. Если да, то я продолжу. И не буду заканчивать, как всегда, по 6 штук. Поэтому, таким образом, всегда иногда я делаю таким образом. Так, по-моему, нам надо потом в следующей серии мы вернемся к следующему городу, где зима. Ну что ж, я имею в виду на завтра. Всем большое вам всем спасибо. Ставьте иногда лайки или хотя бы смотрите прохождение. Всем спасибо, всем пока.